Если работодатель больше года начисляет взносы в пенсионный фонд заработной платы сотрудников, но не уплачивает их, засчитается ли стаж за период неуплаченных взносов? Поинтересовалась Ксения Линник. Чтобы не нарушать пенсионные права граждан, пенсионный фонд производит начисление пенсий с учетом начисленных взносов, а не уплаченных, кроме самозанятого населения, к которым относятся индивидуальные предприниматели. Но с нерадивыми работодателями пенсионный фонд борется. Это законодательно предусмотрено. Невыгодно не платить взносы, потому что это пени, штрафы. На нашей епархии висит три флага. Благовещенский узнал, амурский тоже. Третий, фиолетовый, нет. Что за флаг такой, полюбопытствовал Павел Челенгасов. Это флаг Благовещенской епархии, на нем изображен герб правящей архиереи епископа Лукиана. У всех епархий есть такие флаги, фиолетовый, потому что это цвет епископского облачения. У патриарха такой флаг зеленый. Кто должен оплачивать замену сгоревшего счетчика, если квартира в соцнайме, спросила Зинаида Даньшина. При заключении договора социального найма в договоре указано о том, что наниматель жилого помещения несет ответственность за данное жилое помещение. Поэтому в данном случае счетчик необходимо поменять самому нанимателю. Слов нет, как бабуля одолела. Сади, мол, картошку. Я посчитал расходы на транспорт, инвентарь, трудозатраты. Покупная дешевле будет. Бабка, ясно, старой закалки. А почему остальные огородники на картошке гробятся, так и не понял. Такой звонок в нашу редакцию сделал Максим Байдак. Своя картошка, во-первых, экологически будет чистая, так как вы знаете, что не применяли химии совершенно. Дальше, вкусовые качества у картошки выращены не на минеральных удобрениях, а на органических или вообще без удобрений, гораздо выше, чем у выращенных по промышленным технологиям. Поэтому, если вы гурман, то домашняя картошка – это единственный выход.